нашими мыслями становятся не наши мысли. А кто нам будет много хороших вещей в детстве про нас говорить? Никому не интересно это. Нас интересно воспитывать, а воспитывать, чтобы мы не позорили. Раньше это очень было важно. Сейчас просто никто не может понять, потому что раньше, если ребенок как-то неправильно себя вел, родитель просто со стыда умирал. Просто со стыда. Все смотрели, и они как, это же ненависть такая, как так, что это, не воспитывайте ребенка. Да. И они в ужасе, и они ругают, пожалуйста, не делай то, не делай это, что ж ты натворил там это. И в результате мы воспитали огромное просто количество людей, которые главные слова, которые не слышали от родителей, это, ну, так себе слова. Ну и в результате мы усваиваем мысли, и надо в какой-то момент понять, что мы выросли. Выросли, вот это надо понять. И мысли ваши вы сами должны определять, вы сами должны решать, что вы думаете.